Детское радио представляет. Загадки и тайны, запутанные преступления. Во всем разберутся, все разгадают герои наших расследований. Следопыты. Дело о сороке-воровке. Сжалься над бедной сорокой. Только на тебя одна надежда. Не оставь одну в несчастье. Как брата тебя прошу. Мы же с тобой одной крови. Ты и я. Мы же птицы. Что это ты ко мне в родственники набиваешься? Ты сорока-воровка, а я гордый филин. У меня сама фея была на посылках. Не стану я тебе помогать. Ой, сорока к нам в гости пожаловала. Как стрекочет. О чем она трахтит? Павлик, она уже уходит. Все, можешь не прощаться. Дуй отсюда. Это тот самый мальчик? Павлуша? Ого, говорят, он гений сыска. Может, он мне поможет? Сигизмунд, я не понимаю птичьего языка, но кажется, что у сороки что-то случилось, а ты опять грубишь. Рассказывай, что за беда? Да она на жалость давит. Кыш, говорю, мне с воровками говорить не пристало. Сигизмундушка, сделай одолжение. Переведи мою просьбу этому чудесному мальчику. Он же сам тебя попросил, не я. Воровка она. Украла кольцо золотое. Да у кого? У мягкосердечной женщины, которая ее подкармливает. Пригрела змею. Какая я не воровка. Ну, ошиблась разок. Вину свою признаю и полностью раскаиваюсь. Готова искупить и кольцо вернуть. Но кольцо-то исчезло. Помогите найти. Кольцо исчезло. Да, так я тебе и поверил. Знаю я, куда оно исчезло. Небось, в награбленном добре затерялась. Хоть переводчик из тебя, Сигизмунд, никудышный, кажется, я начинаю понимать. Сорока хочет вернуть украденное кольцо хозяйке. И это похвальный шаг. Если нарушитель готов встать на путь исправления, ему надо в этом помочь. Конечно. Отдать все ценные вещи самостоятельно, не дожидаясь, пока он их стырит. Не стырила, а просто одолжила. У соседки-товарки такое умопомрачительное колье на днях увидела. Мне чуть перья не осыпались от зависти. Вот я и решила прихвастнуть кольцом. Мы, сороки, такие модницы. А хозяйка-коричка так расстроилась, что забыла обо мне. Вот уже 3 дня в кормушке. Ни червячка, ни крошки. Как жить, бедные сороки?